Я не могу каждый день 2 часа на дорогу тратить в одном направлении. Понимаете? У меня работа есть, а там есть обязанности. Я, между прочим, устаю. А ребенок? Что ребенок? Ну что, ты хочешь, чтобы он чужого дядю называл папой? Какого такого дядю? Нет, но если так будет продолжаться, непременно назовет. Знаете что, Елена Николаевна, давайте мы в этом доме не будем разговаривать о другом дяде. Хорошо? Хорошо, не будем говорить. Давай по делу. Ты в редакцию думаешь возвращаться? Нет. А твой редактор звонил. Мне работу предложили на телевидении, а я отказался. Кто? Кто? Яна Панова. Отказался? Да? От ее предложения отказался? Да отказался. Да отказался. Очень разумное, зрелое решение. Не жить моей Ирке по-человечески. Что тут про мою Ирку? Вот. Я ему говорю, хватит по лесу с ружьем бегать. Моя Масечка. Надо найти работу человеческую. А он не слушает. И не послушает. Вот сама знаешь, все ответы на все вопросы. Правильно говоришь. Ну, правильно. Сейчас она говорит, а потом в подушку плачет. Когда это? Мама от счастья плачет. И слез не прячет. А что это значит? Что я доверяю своей семье. Тебе, мам. Своему мужу и папе. Ага, только плачешь, когда он в лес сбегает, да? Как по расписанию. А тебе не стыдно? Вот она тебя мужем называет, а сама? Что сама? А сама мать-одиночка. Ну, ой, какая мать-одиночка, Елена Николаевна? Я же здесь. Вот я, рядом. Ну, по статусу же она. Мать-одиночка, ты ее в ЗАГС не водил. Какая разница, водил, не водил? Сама не пошла. Нечего туда живот носить, да? Я ей предложение сделал. А я его приняла с большим удовольствием. Вот, осталось дело за малым, свадебку сыграть. Вот это интересно. И когда ты сделал это предложение? А за 2 дня до родов. Где, в лесу? Нет, на Марсе. А матери ничего не сказали. Не, ну конечно, зачем матери так говорить? Матери не надо ничего говорить. Да у нас пузо вот такое вот было. Рожать собрались уж. Тебе налить чай? Нет, спасибо, мы, наверное, пошли уже укладываться. Угу. Вам чай налить? С лимоном. Так, и давайте заканчивать уже эти 5-минутки любви. Каждый вечер, как по расписанию. А свадебку мы весной сыграем. Угу. Ну, или летом. Да, или никогда. Мам. Ну, зачем вы так, а? Это моя первая свадьба будет. Хо-хо, какая радость. Хорошо, что не третья. Ты мне лучше объясни, почему ты от такой работы отказался? Моя работа не хуже. Конечно, изучать козьи тропы. Это очень познавательно. А на свадьбу Елена Николаевна заработает, да? Знаете, я думаю, мы обойдемся без лимузинов, вертолетов, самолетов. Да, без гостей и без платья. Замечательно. Пейте чай. Вы же так просто все объясняете. Я понимаю все главное, но просто когда включается эта ваша камера, мне как будто к ногам гири привязали. Николай, пожалуйста, вы не переживайте, хорошо? А? Ваше интервью уже записали. Ладно? Спокойно, да? Да. 3 минуты 18 дублей. Что ты там, Боря, говоришь? Я говорю, сейчас поправимся и продолжим. А, хорошо. Смотрите, мы сейчас сделаем с вами такую маленькую реконструкцию событий, да? Такая инсценировочка. Чтобы объяснить зрителям, чем вы здесь занимаетесь. Наглядно, понимаете? Вы же не только бумажки здесь, ну, перебираете, ну, да? Да? Смотрите, в течение нашего интервью вдруг раздается телефонный звонок. И в трубке вам говорят: деревня, беда, надо срочно выезжать ловить преступников, да? Вы бросаете телефон, хватаете, что вы там, пистолет, там, не знаю, фуражку берете, да? И побежали. Слушай, я вас понимаю, вот вы мне говорите прям, у меня адреналин поднимается. Вот это, от этой камеры вашей у меня все опускается. Мы поднимем ваш адреналин. Так, готовы? Начали. Боря, можем? Можем. Очень хорошо. Итак, мы заканчиваем наше интервью с участковым Ясногородского лесного хозяйства. И мы бы хотели задать последний вопрос. Скажите, пожалуйста, Николай Афанасьевич, вам нравится ваша профессия? А что делать-то? Берете трубку телефона. А фраза? Алло? Капитан Жвишняков слушает. Брови домиком, серьезный вид. И фраза. Ну? Забыл. Вооружен? А, вооружены? Ага.
дожидайтесь меня, выезжаю. Ага, молодец. Так, бросай трубку. Так. Хватай пистолет. Подождите сейчас. И побежали. Подождите, с фуражкой лучше будет. Снято. Отлично, снято. Концовочку я подрежу, и будет замечательно. Ой, Леночка, прости, пожалуйста, я тебя не зашиб. Валя, ты меня чуть не убил. Ой, знакомьтесь, это жена моя. Мы тут интервью снимаем, понимаешь? Здравствуйте. Здравствуйте. Я Елена Вишнякова. Да. Леночка, ты вовремя как раз. Нам бы гостей разместить дня на два. Может, у нас, а? Ну, конечно. Места всем хватит. А мама, ну, то есть Колина мама, моя свекровь, она очень хорошо готовит. Нет, то есть я тоже хорошо, но она лучше. Лен. Так что милости просим. Лен. Лена. Ты можешь здесь подождать. Очень хорошо. А вы мало изменились. Ну да. Разве такую красоту отымешь, голубка ясноглазая? Да. А Федор, простите, Фреддиш, я его уже совсем другим знал. Совсем седым. А сколько ему здесь? 20. Нет, 22. Угу. Тут все впереди. Он только что консерваторию окончил. А какой инструмент? Фортепиано. Он был очень хорошим музыкантом. Выступать начал. Вот как все обернулось-то. Потерялись и все тут. Но я давно собиралась сюда приезжать. Он сидел недалеко отсюда. Сидел? Да не думайте ничего плохого. Он не был ни вором, ни бандитом. Он по убеждениям попал. По-политически, значит. Ну да, это сейчас говорят. Отец тоже все время ему говорил. Не болтай, не болтай. А он как мальчишка, не слушал никого. Ну вот так всегда. По молодости вот сглупит и нет жизни. А дальше-то что? Его выпустили или убег? Ну... Нет, ну по амнистии выпустили. А чего же-то он домой сразу не вернулся? Не знаю, наверное, обиделся на всех. Угу. Знаете, как было? В паспорте всего 3 строчки, а на работу не берут и жить не дают. Я в прошлом году встретила его приятеля, они с ним вместе тогда под одной статьей сидели. И вот Иварш тоже после амнистии сразу не вернулся домой. Он устроился на разъездную строительную бригаду. Ну, те, которые не живут на месте, а все время меняет место жительства. Да-да-да, шабашники. Ну, это когда паспорт особо не рассматривают, и оплата сдельная. А, ну вот да, вот это то. И Иварш тоже потом, когда Союз развалился, он вернулся, гражданство получил. Фреддис что-то остался. А может, у него семья тут где-то? Да, родители тоже все время надеялись, ждали его, что он приедет с детьми. Схоронила родителей? Да. Ой, ну что, может, это чаек попьем, а? На травках с метком. Хорошо бы. Вот и ладненько. Что? Ну, я говорю, кофеем мы тут не балуемся, а чаек попьем. Спасибо. Вы уж простите хозяйку за расспросы. У нас приезжие почти не появляются. Ну, скучно ей. Вот. Это вы тоже печку пекли? Да. Угощайтесь. Угощайтесь. Вот. А у вас это что сейчас? Капитализм, да? Капитализм. Как ни назови, главное, чтобы работа была. И дети в школу ходили. И то правда. Да вы ешьте, ешьте. Я вот как чувствовала, что гости будут. Вчера вот тесто завела. А в магазинах у вас как?
Ну, все, что нужно, есть. А, вот-вот-вот. А у нас хозяйственное мыло исчезло. Одни порошки, а я к ним что-то не очень. Ну, как насыплю в тазик, ну, чихаю, ну, полдня. Ну, много сыпешь, Галина Сергеевна. Ну, вам же надо стирательную машину. Иначе руками очень трудно. Зачем мне эта стирательная машина? Дети поборостали. Так я уж сама, потихонечку, ручками себе. Очень вкусно, спасибо. Парочку завернешь, Сергеевна? Свату. Будет старику гостинец. Кому? А чего не завернуть? Свату. Ну, у моей дочери есть жених, почти муж, а у него отец. Так вот мне он сват, а моей дочери свекор. Ну, мне он сват, а дочери свекор. Отец Виктора. Понял. Ну. Все, ну понял. А где живет? На кордоне. Как? Ну, правда, дома у нас нет, сгорел. Но палатку армейскую поставили. Но сейчас же холодно, скоро зима. А у нас печь имеется, буржуйка. А у меня русская печь. Ну, это не сравнить. Я тебе на палатях постелю, отогрейся. Ну, соглашайся. Ну, скажи, она хочет в холодный дом идти. Правда, оставайтесь, действительно. Дом долго пустой стоял, отсырел. А протопить его в такую погоду целое дело. Да, да, хорошо. Я устала, и я останусь. Ну, ладно, все. Ну, вот и ладно. Завтра много дел. Отдыхайте, а я пойду. Простите, Галина Сергеевна, сколько я вам должна? Ой, Бог с тобой, милая. Это тебе спасибо, что простила меня, дуру старую. Что выговориться дала. Завтра к 8 будете готовы? Обязательно. Здрасте, Петровна. Инвентарь пожарный на месте? На месте, вот. Ведра целы. Багры, да кирка есть. Давай, у нас все нормально, все хорошо. Хорошо, всего доброго. До свидания. Тетя Маруся. Ну, чего тебе? Вы, вот елки, вы дядю Колю, когда последний раз видели? Чего говоришь? Нагадят тут. Дядя Коля, муж ваш где? А что он натворил-то? Я Спиридоныча домой провел. Говорит, что они на бережку сидели. А где дядя Коля подевался, он и не знает. Не знает? Ну да. Как не знает? Вот так вот не знает. Утоп. Утоп! Да чё утоп-то? Утоп! Тёть Маруся! Ах, тёть Господи. Маруся, стойте! Ах вот ты, напасть. Господи! Парень, петухи уж всю горло сорвали. Вставай. Завтракать пора. Мам, ну еще 15 минут. Мы вчера всю ночь снимали. Мама. Ой. Мама. Доброе утро. И вам доброе, барышня. Я смотрю, в городах-то рано не встают. Не, мы работаем вечерами, а утром отсыпаемся. Мой Ленок сначала тоже все до 11 сопело. А сейчас чуть свет вертится. И вы вставайте. Вчера ж сколько договаривались окрестности-то смотреть. А он что, проснулся уже? Проснулся. Уже второй час как на работу умчался. Еле вытолкала. Все вас хотел разбудить.
Да? Да. Как неудобно-то получилось, мы же договорились. Ну, ему ж к семье на службу. Не явится, так ко мне люди идут. Ему ж принять людей надо, заявление или жалобу какую выслушать. Лейтенантик-то, ему ж ведь все об стенку горохом. Ну, не идут к нему люди. А Колька мой, если сказал, то значит сделает. Сложности тут у вас какие, Валентина Ивановна? Ну ладно, я вам мешать не буду. Вы тут давайте умывайтесь, одевайтесь. Угу. И уж добро пожаловать завтракать. Угу. Спасибо, Валентина Ивановна. Сейчас приду. Угу. Извините, Александр Ильич. Хозяйка не выпускала. Пришлось завтракать. Ничего, ничего. О, это мне? Да. Спасибо. Пойдемте. Осень на дворе уже, да? Я так рада, что вы уделили мне немножко своего времени. Да чего там? Спасибо вам. А чего же не помочь хорошему человеку? А чего вы решили, что я хороший человек? Что, это видно? Видно. Я за свою жизнь на разных насмотрелся. Наверное, чувствую. А что, ошибся? Я думаю, что нет. Я одного не пойму. Откуда у Федора такое доверие ко мне? Я же его... Подержите, пожалуйста. Да. Я же его и за браконьерство гонял, и по золотишку властям сдал. Да, Федор мне писал, что единственный человек, который может помочь мне, это вы. А, письмо при вас? Можно посмотреть? Да. Да, где оно? Так, сейчас найду. Вот. Угу. Однако, тут очки не помогут. Это на латышском. А я переведу вам. Здравствуй, сестричка. Я очень соскучился по тебе. О, это мне. Здесь он пишет, что мы долго с ним не виделись. Вот, наверное, я вас никогда больше не увижу. Восполнить все горести, которые я вам принес, у меня нет больше никакой возможности. И можно ли время повернуть назад? Все ваши переживания о моей судьбе, все ваши нервы и... здесь я не знаю, как привести, но вроде счастье, которое могло быть, но не стало. Пишет, что он оставляет мне дом в Ясногородке и что я могу его продать, правда, не очень дорого. Еще он пишет, что я должна немножко пожить в своем доме. Ну, вроде он оставил мне еще одно послание. И если мои чувства сестре еще не ослабли, тогда мне надо что-то там найти. Здесь еще. В этой жизни никому нельзя верить. Люди только улыбаются нам в лицо, а сами, ну, собственно, интересно. Так можно сказать? Можно и так сказать, да. Ну да. И тогда, а вот и здесь. И если тебе будет нужна помощь, тогда обращайся к местному леснику Ильичу. Он человек старых рыцарских традиций. Дрыхнут? Ну как ты год назад? Работа-то у них нервная. Нервная у Кольки нашего. А у них-то совсем другая. Нести культуру в массы. Оттого и не торопится. Главное, чтобы нашего Кольку по телевизору показали. Я так им горжусь. Для него это очень важно будет. Особенно для самоутверждения. Опять-таки авторитет на службе поднять. Ведь приехали-то не откуда-нибудь. С района там, а из самой столицы. Ну ладно, тут давай накрывай. Угощай всех хорошенько. А я, пожалуй, к скотине пойду. Доброе утро. Доброе. Лена Вишнякова. О, кушать вам надо, барышня. Да, конечно, вон у вас стол какой. Ой, как надо. Доброе утро. Ну, как спалось? Жених приснился? Какой жених? Поговорка такая. На новом месте приснись жених невесте. А, понятно. Спалось очень хорошо, видела только Виктора. Чего-то снился мне сегодня. Вы только Ильичу-то об этом не рассказывайте. Ну, а чего случилось-то? Угу. А того. Он ведь внуков так хотел, так ждал. Угу. А Ирка-то его вроде с Виктором сердцами сошлись.
На страже он. А я, получается, значит, противник семейного счастья. Да нет, они просто сами не расписались и нам не дали расписаться. Перевели людям большое торжество. Как так? Нет, ну просто, когда у Ирки схватки начались, а у нас должна была быть свадьба, ну вот, и вместо того, чтобы расписываться в ЗАГСе, мы поехали в роддом. С гостями? Нет. Я была с Коленькой, а Виктор был с Александром Ильичем. Держите. Спасибо большое. Понятно. Ну, вы что, в роддом-то успели? Ну, конечно, минуту в минуту. Ой, мы так волновались. Это просто что-то. Но, слава богу, все хорошо прошло. Нам даже Ирка помахала рукой из окна. Слушайте, у вас прям сюжет целый получился. Свадьба, роды. Что же она в нем нашла-то, интересно? Викторе-то? Я ж сама из-за него в Ясногородке осталась. Из-за Виктора? Ну да. Я приехала его искать, а нашла свою любовь. Капитана Вишнякова? Не, он тогда не капитан был. У него тогда меньше звезд было. Ну нет, мне такие перспективы ни к чему. Спасибо. Я представляю себе, Яна Панова не вернулась из командировки. Если я жениха встречу здесь у вас, то я его с собой увезу. Ой, я даже не знаю, чем вам помочь. А, лейтенантик он... А, нет. Ты что, серьезно? Да я шучу. На кой мне жених? Мне муж сразу нужен. А для детей папа, чтобы понимал, что это такое. На ваши вот эти конфетки, букеты вообще размениваться некогда. А как же сказка? Что детям-то рассказывать? Ну вот детям и будешь сказки рассказывать. Нет, это как-то неправильно получается. Ведь, ну надо же почувствовать, что вот он тот самый, единственный, вот с кем надо семью, там, детей рожать. Угу. Ты, значит, капитана Вишнякова по букету распознала? Нет, он был такой смешной и очень смелый. Угу. А Виктор? А Виктора мне просто было жалко. Вот, мне хотелось его обнять, поцеловать и защитить от всех невзгод. А любовь-то где? Не, ну как, а у меня любовь от одного быстро перешла к другому. Ну понятно. Слушайте, я вот что думаю, может вам снять Ленку-то нашу, а? Хорошая идея. О, хорошо. Валентина Ивановна, да вы что? Хорошая мысль. Какое телевидение мне... Конечно, давайте Ленку снимем. Очень хорошая идея, замечательная. Утро в семье участкового. Его замечательная супруга готовит завтрак, а участковый уже на работе. Во идея, класс. Слушай, ну ты не отказывайся, ну ты подумай маленько. Какие ну сним там каких-то соседей наших. Или еще там кого. А ты тут у нас доктор, на своем месте, тебя все уважают. Мне гордость, да. Давайте теперь о житейском. А что у вас тут, садики, ясли есть? Ой, вы знаете, мне пора. А то еще скажут, что я по знакомству там снимаюсь. Куда? На работу. Ну вот, опять только поклевала. Мне на прием через 20 минут. Господи, какие ж тут сады, ясельки. Когда кушать надо нормально, чтобы родить. Ой, аппетит шикарный. У вас все так вкусно, прям... Да кушайте на здоровье. Кого снимать? Валентину Ивановну! Это все? Больше про меня ничего нет? Здесь больше о Боге, о вере в себя, чтобы не искала, не тратила время. Да, Федор, Фрейдис, своеобразный был товарищ. Со странностями. А по форме лица вы где-то даже похожи. Хотя при первой встрече не сказал бы. Ну, может быть, так, сейчас... А, не могу. Вот тот еще. Ну что, прошу, я вроде бы хозяйка сейчас. Благодарю, хозяюшка. О, боже мой, как мне приятно. А вчера все на своих местах было? Ну, я вчера только книги успел посмотреть и... Ты подумай. А ключи председатель вам лично передал? Ну да, но при чем тут ключи?
Вот, окно разбито. Надо к участковому идти обязательно. Я такого у нас не помню. А вы думаете, могло что-то ценное пропасть? Да не в этом дело. Если бы кому-нибудь залезли в обжитый дом, там сарай или курятник, в конце концов, я бы понял. А тут... Пошел второй год, как дом под замком стоял. И двор он зарос основательно. Значит, никто не наведался, правильно? Да. Получается, кто-то совсем не ожидал, что у этого дома появилась хозяйка. Вы это серьезно? Вас напугать хотели, Инара. Да вы что? Ну, хорошо. Участок, так участок. О, вот тот парень, который вчера мне много вопросов задавал. Санька! Он же лейтенант, он здесь самый... Он главный? Нет, есть на него начальник. А этот да нельзя старательный, промурыжит, ничего не решит, вот и вся польза. А что такое промурыжит? Ну, вы вчера в участке много времени потеряли? Ну, много. Когда молодой, никогда не думаешь, что часы... Тикают. Вот тикают. Вот он вас и мурыжил, потому что никуда не спешил. А что такое «да нельзя»? Дело пойдет побыстрее? Ну, я думаю, да. Но как знать вообще, все же оно срочное. А что значит «да нельзя»? Это когда человек не знает меры своим стараниям, даже если они бесполезные. Ага. Туда? Туда. О, куда собралась, мам? На парад? На строевой смотр. А на самом деле? Покатаюсь, развеюсь, подумаю. Вы же мне вчера все нервы переколотили. Матери? И не сказать про свадьбу? Негодники. Так знали, что не обрадуются. Во-во-во, вся в отца, вся в отца. Он тоже мне про все неприятности до последнего молчал. А потом как кубухом по голове, аж искры из глаз. Изменить, главное, ничего нельзя. А не нужно ничего изменять, не нужно ничего исправлять. Я собираюсь выйти замуж за отца своего ребенка. Имей такое право, в конце концов. Хороший повод, а? За отца своего ребенка. Вот только нет гарантии, что получится. Вот чаще всего как раз и разводятся с отцами. Угу. А я не собираюсь разводиться, я собираюсь замуж. А, ну конечно, замуж. Конечно, замуж. Потому что двух разводов подряд не бывает. Впрочем, как и браков тоже. Мама, услышь меня. Я люблю его и хочу с ним жить. Так живи, ради бога, на здоровье. Только зачем в ЗАГС-то бежать? Он в свою иногородку едет, как на курорт. Понимаешь, егерь старший. Ишь ты, персона какая. Я не знаю такой профессии, понимаешь, из-за которой надо жить на два дома и мотаться каждый день в электричках. Может, он и не ездил бы, и работу нашел бы здесь. Но как ему с тобой-то ужиться, мам? Ведь ты же найдешь всегда, к чему придраться, за что поддеть. А уйти нам не даешь. Вот скучно ей без нас, да? Девочки, тише. Ребенка разбудите. А куда уйти-то? Что, в его двушку, да? В эту обувную коробку? Там же комнатенки по 10 метров. Да он же через неделю сбежит со своим чемоданом. Он там скучает. А тут нервничает. А я виноват во всем. А нервничаю я, потому что ты с самого утра на взводе. Ладно, к вашим вечерним дебатам я еще привыкла, потому что спать хочу обычно, и мне не до вас. А утром-то что не так? А утром у меня мысли ясные. Угу. А говоришь глупости. Не, я не понимаю, чем они недовольны, а? Угу. Чем они недовольны? Что у меня места мало? Здрасте всем. Здрасте. У себя участковый. У себя. А чего мы тут зря сидели? За мной будете. У нас срочное дело. Вот у гражданки дом обворовали. Стекло разбили. А мы здесь не от дождя укрылись. У меня всех курей перетаскали. Нина, ты не понимаешь оперативности ситуации. Надо ж по горячим следам. Ай. Коля, минуточку, да-да. Я сейчас. Да-да, оперативность ситуации. Вижу я все, по каким следам. Обзавелся иностранной молоткой и красуется перед ней. Нина, вот кто тебя сейчас за язык тянет? Я рассказал, что дом обокрали. Угу. Он не красуется. Действительно, там все перевернуто ногами. Кто-то забрался в дом. Ой. С вами, товарищ, все ясно? Проходите. Александр Ильич, проходите. Эй, Коль, Коль, ну а как же мы? Извините, товарищи, дело не требует отлагать. Ой, ты смотри, что делается. Ты что ты будешь делать?
Видала? Белобрысую. Подельница Федькина. Видать, не зря в лесу промышлял. Рассказывай, Александр Ильич. Инара попросила помочь. Мы подошли к дому, открыли замок. Угу. Он, кстати, целый был. Ну, а в доме все вверх дном. Угу. А чей дом? Мой. Ну, дом Федора Лесоруба. Он же Фредис Бау... Баустенекс. Ее брат, значит. А список пропавшего? Не составляли мы ничего. Прямо к тебе. А, ясно. Сами ничего не трогали? Да нет, я даже не входил. В дверях стоял. Угу. Ну, я поставила стул, села. Угу. Там окно разбито. Ага, понятно. На месте разберемся. Пойдемте. Пойдемте. Все, Нина, молчи, молчи. Все, все. На сегодня, товарищи односельчане, приемный день окончен в связи с неотложным и важным делом об ограблении со взломом гражданки Баушкенеце. Да вот. Что ж это такое, Николай? А у меня что, не ограбление? Гражданка Майская. Да у тебя что, Нинка? Что? Просто курей украли. А тут ограбление со взломом. Я к председателю пойду. Пусть Петр Ефимович разбирается, кому не отложено, кому и подождать можно. Господи. Правильно. Права у всех одинаковые, и очередь одна. Вот так, Николай. Помолчите, пожалуйста, граждане. После обеда лейтенант всех примет. Так. Ага. Взлом был произведен изнутри здания. А стекло было разбито. Так, сейчас. Так ты, господи. Ага. Стекло было разбито явно вот этим предметом. Ага. Странно. Зачем было стекло изнутри бить? А чё ты решил, что стекло изнутри высадили? Воры обычно с улицы лезут. Вот то-то и оно, что осколков на подоконнике-то нет. И следов тоже никаких. Значит, для отвода глаз били. А в дом проникли... Через дверь, то есть замок открыли ключом. Вы, гражданка Инара, свой ключ кому-нибудь передавали? Нет. Ну, я вчера же сразу пошла к бабушке, к Сергеевне, а потом сегодня утром сразу сюда, обратно. Да, так и было. Я когда вчера вечером от них уходил, баба Галь за мной дверь на засов заперла. Никто бы и не вышел. Странно. А вы осмотрелись, ничего не пропало? Я же вчера здесь... Только 5 минут постояла. Я не запомнила. Понятно. Коль, а что тебе понятно-то? И нам расскажи. А то, что все это неспроста. Ваш брат оставил вам не только свой дом. Ну, а что еще? Свои неприятности. Кошмар ехать за сотни километров, чтобы такой сюжет упустить. Яна Георгиевна, не волнуйтесь, снимем постановочно. Постановщик ты мой хренов, что ж тебя в кино-то не взяли? Я сам от них ушел. Ушел. Так это, Петровна говорит, что они у Федьки Лесоруба в доме. Это ведь всего ничего от управления будет. Может, провести? Слушайте, а вам не сложно будет, а? Так что, проведу. Только сколько потом сами объяснять. Пожалуйста. А то мало ли что там стряслось. Пожалуйста, вдруг не пожалуйста, положено, проведите а? Нас. Ой, да пошли уже. Давай пошли, быстрее. Давай быстрее, постановщик. Завтра с утра жду вас с заявлением. Напишите обязательно о пропавших вещах. Ну, предположительно пропавших. Понимаете, хорошо. Да? Спасибо, товарищ, как вас? Капитан. Капитан, у меня еще одна просьба. Да, пожалуйста. Посмотрите, здесь брат мне письмо прислал. Что угу. это за цифры? Секундочку. А, это номер почтового ящика ИК. Какого почтового ящика? Ну, так называются места лишения свободы. В данном случае это исправительная колония номер 9 Калужской области. А что это за буквы?
А, это Государственное управление Федеральной службы исполнения наказания. А как туда попасть? Ну, туда попасть можно только по предварительной записи, это звонить нужно. Вы думаете, он еще там? А другого адреса у меня нет. Ага. Ах, ты ж забыл совсем. Что такое? Да про журналистов забыл, обещал их по округе повозить, покатать. Как я так? Ладно, я вас завтра жду. Приходите. Хорошо, спасибо. Простите, можно? Я же сказал, войдите. А вы где? Ой, да я здесь. И я здесь. Вас что-то беспокоит? Да, я вас не вижу. А я здесь. Ой. Вот она я. Вы пришли? Да, как и обещал, я должен рассказать вам про все свои болезни. Не, подождите, подождите, про все сразу не надо. Вы начните с самого неотложного. Хорошо. Значит, доктор, у меня кошмар. По ночам. Вот когда ворочаюсь, ничего. А вот как только вот глаза закрываю, так и начинается. Ясно. Да в том-то и дело, что ничего не ясно. То соседка, понимаете, санится, то коза, которая утопла в позапрошлом году, является. Ой, неприятно как. Кошмары самые настоящие. Да в том-то и дело, что кошмары. А вот в чем их связь-то? О, соседка-то, она же ведь жива, живехонька. Лучше бы она утопла, прости господи. А коза, это же не ее коза, это же коза соседская. Ну и чего? Ну, как чего? Доктор, надо что-то делать. Потому что как дело к развязке доходит, мне на смену просыпаться. И я не могу до конца-то досмотреть сон-то. Слушайте, а чего вы от меня хотите-то? Доктор, больничный, на один. Нет, лучше на два дня. Я там разберусь, что там в кошмаре-то. И еще заодно успею в райцентр на рынок съездить. Там, понимаете ли, у меня свояк кабанчика зарезал. Так нужно постоять. А я вам из райцентра всех таблеток привезу. Ну, все, что хотите. Подождите, а вам два дня-то хватит? Конечно, хватит. Да там кабанчик-то 200 кило всего. Слушайте, я вас узнала. Ага. Прошлым летом, помните, возле управления лесхоза, вот, ну, Васколь тогда, то есть участковый, распекал за телегу с навозом, да? Вот, вот, вот теперь-то вы меня поднимаете. Это ведь соседка, да? Все, она ведь кляузами меня строчит, строчит. Она, понимаете, тут всю нервную систему изрешутила. Я вам таблетки выпишу. Ага. От нервов. Ага. На ночь будете по одной принимать. Буду. Вот, будете спать, как убитый. Как убитый? Угу. А как насчет больничного? А у нас на бессоннице не распространяется. Ага. Что вы здесь делаете? Ну, что зря сидеть? Да и не трудно мне. Ну, это же, как вы говорите, не мужнино дело? Не мужское, что ли? Ну, не мужское. Что ж получается, если я уже 10 лет как живу без женщины, то мне незачем дома убираться. Нет, ну, просто мне неудобно перед вами, Александр Ильич. Мне бы сейчас еще инструментик какой-нибудь. Я бы вам окошко отремонтировал. Инструментик? Ну, там молоточек, стамесочку. А, может быть, в сарай? Может, и в сарай. Хотя у меня на кордоне все есть. Я пойду посмотрю. Может, лучше я? Ну, тогда пошли вместе. А вы на кордоне один живете? Ну, почему один? С дочкой. Правда, она в городе сейчас, родила недавно. С зятем Виктором, с его отцом. Он к нам летом перебрался. Не скучно. Осторожней. Ой, заросло-то как все. В общем, семья имеется. Бывает, все разом съезжаются. Летом чаще, конечно. Хорошая летом компания. Ну, а хозяйка ваша? Значит, вот здесь баба Галя вас застукала? Да, целый час продержал, пока председатель этот молодой офицер меня не выпустил. А, гостеприимно. Ну что ж, посмотрим, что тут Федор хранил. А, так.
А нашли что-то? Да тут черт ногу сломит. Что вы бормочете? Ой. Ой. Извините, пожалуйста. Простите, Инара, я случайно. Нет, это я не умела. Это такая... Ну, кошмар. Такой женщине, как вы, и не обязательно много уметь. Для вас любой мужчина все, что угодно сделает. Любой? Вы тоже? Сейчас, я... Ты катать принц волноватый здесь.